С 28 по 30 июня прогнозируется интенсивный подъем уровня реки Амур на территории ЕАО, который продолжится до 5 июля. По предварительной оценке, паводок в Амурской области будет проходить с превышением отметок «опасное явление». Как сообщает МЧС России по ЕАО, ситуация обострилась в связи со смещением паводка рек Забайкальского края и Китайской Народной Республики, а также прошедшими осадками на территории Амурской области. На сегодняшний день при прогнозируемых уровнях воды по наихудшему сценарию возможны подтопления в 11 населенных пунктах в 4 муниципальных районах. Это там, где проходит река Амур, это Облучинский, Октябрьский, Ленинский, Смедовичский муниципальные районы. В зону прогнозируемого подтопления могут попасть около 38 домов, 97 приусадебных участков, 3 дороги местного значения и мост через реку Мутная в районе населенного пункта Пашково. Напомним, с 9 июня распоряжением губернатора ЕАО введен режим повышенной готовности в области. А 17 июня на территории муниципального образования Преамурское городское поселение Смедовического муниципального района введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. В целях мониторинга гидрологической обстановки и предупреждения чрезвычайной ситуации на территориях, подверженных подтоплениям, работает МЧС России по ЕАО с применением беспилотных летательных аппаратов. Дарья Куприна, Денис Листюхин, новости 21.